После откачевки скота на зимнее пастбище межведомственная комиссия в составе специалистов Министерства сельского хозяйства Карачаева-Черкесии, Управления ветеринарии и Государственной продовольственной инспекции осуществляет мониторинг состояния животных, их готовность к зимнему периоду. Индикатором оценки служит выполнение плановых ветеринарно-санитарных мероприятий. Особое внимание уделяется вакцинации против сибирской язвы, ящера, бруцеллеза и других инфекционных заболеваний. Следует отметить, что именно за работу в этой сфере Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики получили золотую медаль главного аграрного форума страны «Золотая осень». Ведь за последние несколько лет отмечено снижение по многим заболеваниям сельскохозяйственных животных в 4 раза. В настоящее время в республике ветеринарной службой проводятся ветеринарные профилактические осенние обработки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации в области ветеринарии, нормативными актами. Ветеринарная служба проводит весь комплекс мероприятий, которые могут представлять угрозу для эпизоотического благополучия. С января следующего года в сельскохозяйственное товаропроизводство всех форм собственности будет вводиться новая система электронного учета. Каждый производитель будет включен в единую электронную систему сертификации. То есть все ветеринарно-сопроводительные документы станут выписываться в электронной форме, что во много раз упростит и ускорит процесс реализации сельскохозяйственной продукции. То, что ранее оформлялось на бумажном носителе, этого уже не будет. И в данный момент идет подготовка к этому. Для электронной сертификации нужно подходить уже сейчас, чтобы провести все ветеринарно-профилактические мероприятия и зарегистрировать все хозяйствующие субъекты, которые у нас находятся на территории не только Жигутинского района, но и по всей Карачаево-Черкесской республике. Развитие сельскохозяйственных угодий, а именно животноводства, в регионе многозначимо, так как аграрный комплекс в нем играет значительную роль в экономике. Существующие в республике фермерское хозяйство стабильно развиваются и позволяют в целом региону быть на лидирующих позициях среди Северокавказского федерального округа и страны в целом. Ринат Ибрагимов, Заур Лиев, Архыз 24.